А можете открыть? Здрасте. Открыть. Что ты киваешь? Подойди, не слышно. Вы нас слышите, нет? Мы пройти хотим, к другу в гости. Что там надо предъявить? А вот здесь что я прошел? Что? Не, я хочу, чтобы... Снимают, говорит. А у вас нельзя сюда проходить, да? Мне нужно просто 412 квартиру. Там что, документы надо или что? Показать. Мужчина. Ну, понятно, что-то. Документы или что вам показать? Там 400. А я прошел, смотри, что проходи, что-то. Что? Свободный проход, блин. А, беспрепятственно. То есть документы вы проверять не будете. У меня просто паспорт с собой есть. Что, можно, да, в гости? Просто у вас здесь какая-то вертушка. Так можно или нет, мужчина? Документы, говорят, у вас тут проверять. Мне друг сказал, что чтобы пройти, нужно паспорт показать. Ну а что, пошли, что, раз никто не проверяет ничего. Ну давайте. Все нормально, вот ходим. А вам через стекло пока? Вот на территорию вошли, никто ничего. А что, тут не ограничен доступ? Вот я прошел, все спокойно. Что ты орешь? Что такой злой? Иди чаю зеленого попей. Да вот тут не ограничен доступ, я прошел. Подожди, все. Подожди, я проблемы. Вижу зубники. Тут говорят, мне люди сказали, что проверяют документы. У меня есть документы, вот паспорт российский. Но федерации. Они не требуют ничего вроде бы. Он сказал, буду смотреть. Вот паспорт я принес, мужик. Паспорт, вот, Российской Федерации. Запишите меня в журнал. У вас же пропускной пункт, правильно? Можете меня в журнал записать. Вот паспорт. Паспорт гражданина Российской Федерации. Запишите меня к вам. Я в гости пришел. Чего? У меня гражданина Российской Федерации паспорт. В смысле, считаешь? Вы что, мой статус определять будете, что ли? Или что, я не понял, мужик? Идите сюда, запишите меня в журнал. Я пришел в гости. А что здесь написано? Да не надо мне, знаю. Может быть, это не я. Выполни инструкцию. А то жильцы претензию подадут, что вы без пропуска пропускаете. Это как? Есть пропускной режим, надо его исполнять. Ничего себе, правильно? Ну, либо проверять, точно. Либо не проверять. Вообще без пропуска пропускать. Нет, так получается дискриминация, что ли? Один проходит, другой не проходит. Так что ли? Не знаю, наверное. Паспорт надо записать. У меня есть паспорт. Паспорт мы можем и через стекло записать. О, это тоже охрана, смотрите. Это кто говорил? Вот охранник. Охранник еще. Я не хочу никому звонить, у меня денег лишних нет на телефоне. А у вас тут пропускной режим, скажите, пожалуйста. Есть пропускной режим. Товарищ охранник, а у вас здесь пропускной режим? Я не хочу никуда звонить, понял? Да не буду я никуда звонить. Не слышит охранник. Нет, сейчас меня запиши. Ты что, мои права ограничиваешь? Ты кто такой? А ну-ка быстро меня запиши и пропусти. А можно ваш бейджик посмотреть? Бейджик можно вас посмотреть? У вас скрыт он? Нет? Он так вы для определенных лиц показываете, да? Понял. Ты согласна чего работаешь? А ты согласна чего тут работаешь? Я не работаю. Ты не снимаешь меня. А хочу и снимаю тебя. Что орешь, А ну-ка выкали, ты что мне угрожаешь? А сволочь такой? Я не сволочь. А что ты сволочь? Ты мне угрожался? Глаза выколоть. Что? Ты кто? Ты кто? Представьтесь. Собака где? Дворняк, обход территории делаешь? Делаю. Ну, не тыкайте мне. Вон пошел. Разговаривай. Сам пошел. Будешь мне что-то указывать и подходить, когда будешь соответствовать. Сам понял пошел, меня? Понял. Вон пошел. Не тыкай мне здесь. Будете паспорт записывать? Вам же было ясно. Я еще раз говорю, ты кто? Сейчас ты кто? Скажи, ты кто? Не верю. Документы. Какие документы? Пошел вон. Я допустил после того,
как хозяин, собственник, отцовца, и как говорит, запускайте его, он ко мне в гости. Это где написано? Подождите, это где написано? В инструкции? В инструкции. Это написано в вашей должностной инструкции, я правильно понимаю? Согласно которой вы работаете. Вы слышите меня? Вы можете мне ответить? Сторож или охранник? Как правильно? Сторож или охранник? А они представляются. Нет, там на бэджике что-то написано, я не вижу. Не видно, да. Ключи, не вижу кресла. Вот этот мужчина спрятал вообще. А этот мужик какой-то, огород, наверное, копал. Ну, он и не предъявляет никаких, он просто стоит. И собака отходила. Ну, он же ничего не говорит, он просто стоит, имеет право. Можете человек стоит. Можете записать меня. Каждый имеет, вон тоже стоит мужчина. Игорь, все имеют право. Я охранников охраняю. А, во как, новая должность. Да. Охрана охранников? Ну что, проходи, раз тут ничего не запрещено. Я не пойму, запрещено или нет. Я охранник. Жители, мы жители. А вы кто? Вы кто? Вы кто? Я здесь живу. А, ну живите, а что? Мы же не мешаем вам. А? Я здесь живу. Какой квартире? А вы в какой? Вы в какой квартире? Вы в какой? Я 544. А кому ты? Я в 573. Я проверю завтра. Хорошо. Иди проверяй. А я тоже не проверю. Не тыкайте мне. И я проверю, а что вы... Что? А зачем? Слушайте, а у вас все жильцы спрашивают, в какой квартире кто живет, да? То есть заходят и спрашивают. А, просто интересуетесь. А, ну хорошо, все, имеет право. Ты в какой живешь, Игорь, квартире здесь? Ну, в любой, могу. В любой, да? Сейчас купишь, да? А, мы, может, купим квартиру, да? Тут продаются же. Вот когда начнешь по-человечески общаться, они не подходят, мне указывают. Вот а я не знаю, это его право, я не могу ему говорить ничего. Я же его не его начальник. Я разговариваю, как считаю нужным. Он как считает нужным. Не нравится действие, обжалуйте. Вы можете сказать или нет, что будет происходить? Мне запишите или что? Если бы я был начальником его, я бы мог бы сказать. У меня денег на телефоне нету. То есть вы меня обязываете пойти купить телефон, положить на него деньги и звонить. А у вас здесь пропускной режим, да? Скажите? Да. А что надо делать, а чтобы что пройти? А что сейчас делать? Чтобы пройти? Да. Надо предъявить документы. У меня нету телефона. Товарищ пришел. На каком основании, скажите, пожалуйста? Это указание. Указание? Да. А, можно прочитать? А где такая обязанность? Я вам где сейчас покажу ночью. Ну вот, вы же требуете. Вы же, скажем, требуете. Вот, а мне хочется знакомиться с инструкцией. Может, я не согласен с этим? Идите в администрацию. В какую? Я не слышу, можешь подойти хотя бы вот сюда. Так у вас должно быть на месте. На месте же, здрасте. Так на месте же должна быть. Если у человека возникает вопрос. Да, вы должны показать и знакомить. Как мы можем верить? Смотрите, а если другой мужик мне подойдет и скажет, или я вам скажу, отожмите 10 раз, у меня инструкция такая. И что, будете отжиматься? А вы покажите, вас там запишут. А он не хочет. Он говорит, позвони собственнику. Я говорю, у меня денег на телефоне нет. Ну, это Евгений Викторович. Нет, я не обязан звонить собственнику. Вы Евгений Викторович. А где написано? Евгений Викторович. Где написано? Да. Подожди, что он так? А что здесь, Евгений? Ничего не знаю. Обращайтесь в управление. Что написано-то? А что, где подпись? Это не ко мне вопрос. А кому? Подпись, компания. Печать, а зачем обращаться, если непонятно, кому обращаться? Больше ничего не знаю. Вы режим пропускной, каким образом осуществляете, мужчина? У вас есть в инструкции прописано, что это должно быть? Мне можно, да. Конечно, кому-то нельзя, кому-то можно. Ознакомитесь. Слушайте, а почему подписи нет? Евгений Викторович, можно вопрос? А почему? Не знаете, почему? Ваша личность не нравится. Евгений Викторович, а не подскажете, почему нет подписи там и печати? Почему нет подписи и печати, вот там не подскажете? Я завтра уточню управляющей компании. Потому что непонятно, кто это повесил. Может, вы сами лично? Нет, не в курсе. Или подошел мужик с улицы и повесил какой-нибудь? Таких полномочий у меня нет. Не, ну вдруг какой-нибудь человек подошел, повесил, вы же не знаете. Ну я могу же распечатать? Теоретически. Скажите, теоретически. Чисто теоретически. Может каждый распечатать текст? Я должен выполнять те распоряжения по этому тексту, который сейчас есть? Я гражданин. Я подниму этот вопрос, сегодня уже хорошо. Никого нет. Вы старший смены? Так точно. Хорошо. Значит, на сегодняшний момент мы не должны выполнять распоряжение, потому что непонятно, кем подписаны, и какая-то просто распечатанная понимаете, инструкция, да? Согласен? Ваше право выполнять, а не выполнять. Хорошо, если я не выполню, что будет? Ну, вызовем сотрудников полиции непосредственно, и завтра поставим в известность управляющую компанию. Все, я прошел на территорию, вызывайте. Сейчас вызову. Будьте, да? Сейчас. Все, мы все прошли, вот и дальше пошли мы. Идем тут. Хорошо. Мы просто идем к друзьям, ладно? Идите. Мы к друзьям, можно? Хорошо. Все, спасибо. Вы сами сказали, идите. Хорошо. А зачем полицию, когда вы сами сказали, идите?
Так вы сами сказали, хорошо, идите. А, понял. Ну все, тогда идем. Сам сказал, хорошо, идите. И документально не может нас. Да. И сам сказал, хорошо, идите, правильно? Мы у него спросили, он говорит, идите, конечно, пожалуйста. А вот знаки здесь стоят, да? А вот машина стоит. Почему? Тут же ограничен въезд. Чей это автомобиль? Давайте посмотрим. Вот автомобиль стоит. Тут же нельзя, как же так? Кто поставил? Непонятно, да? А смотри, вот же автомобиль, нельзя заезжать. Как он? Как он попал? Да. Давай спросим. Пошли зададим вопрос. Как он сюда попал? Вот здесь прямо охрана, вот у этих. А эти же пропускают, нет? Или другие? Эти. А, эти же много. Эти же. А что за фигня? Что у нас посторонние на территории? Что у нас решение суда? А мы не посторонние. У нас никакого нету запрета. Как это? Решение суда. А где? Ну а где? У них не показал никто. Не показал никто? Нет. Ну вот надо на них теперь жалобу написать. Да, все правильно, надо. Пойдемте напишем. Не, а мы спросим, машина вон стоит почему-то на территории. Посторонний. Нельзя, она стоит. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем, узнаем. Представляете? Посторонний. Журналист исполняет свои обязанности посторонний. Ага. Евгений Иванович, а не подскажет, там автомобиль стоит чей-то? На территории. Да. Как так пропустили? Давайте посмотрим. Потому что я знаю, вроде тут нельзя никому. Сейчас посмотрим. Вроде бы. Да, а он стоит мирно, пока, ничего не. А то непонятно. Какая-то машина стоит на парковке прям в кармане. Да. Ну да, конечно. А как еще знаки запрещают? А запрещающие знаки в прошлый раз. Как он туда проехал-то? Нет, знаки запрещают. Да вот же, значит, что. А вы куда смотрели? Ну, туда сразу. Цирк продолжает. Какой цирк? Ну, цирк на автомобиль, средство передвижения, а не воздух. А что за цирк? Почему он сказал цирк? А что он с автомобиля? Продолжение старое. А какой цирк? На валевшем просто. А что не так-то? Я не в курсе просто. А вот а что это такое? Почему там он стоит? Проехала. Можно? Ну, можно. Она в нарушении правил проехала. А, в нарушении правил. А, и поставил просто. Да. А, понятно. Это еще тогда, да? Нет, это недавно. Назло врагам. А, назло врагам. Понял. Я бы хозяину головенку бы скрутил. Так, ну что? А больше ни одной здесь нет, да, Маша? Нет. А, вот это одна, да? Вот на парковку пришли, что никто ничего не спрашивает. Места для инвалидов. Места для инвалидов. Пойдем. Нет, надо показать. Ходим нормально. Что никто, ничего, проблем не... Вот места для инвалидов. Прикольно. А, что-то такого. Нормально, обозначено. А сейчас найдем. Это наш нижний этаж, так сказать. Это же тепло. Слушай, а может сейчас на жить суде, можно. Там режимном объекте, блядь. Угу. Не, ну супер, идем ниже. Супер. Мы с жильцами ходим, что? А вот, ну, написано, место в аренде. Место в аренде, пообрати внимание. Ну и что такого? Место в аренде. Ну, может, инвалид арендовал. Мы же не знаем. Тогда тут 90% инвалидов. Ну, может, и 90% арендовали. А что, это 90% инвалидных мест тут? Разве? Ну, может, инвалиды арендовал, надо проверять. Так они не нужны. Это частная территория, не обязаны. А что, это здесь они не обязаны места для инвалидов размечать. Получается, в доме вообще нет места для инвалидов. Ну и что такого, нигде нет? На любой ни парковке, в каком доме. На любую парковку, даже платную. Бесплатно может инвалид ехать и остановиться. Да, нигде нет места для инвалидов. Ни в каком доме. Только у вас, вижу, один из немногих домов, где есть места размечены. Но на парковке. Но они платные, это просто... Ну и... Значит, проектировалось так, а потом они решили по-другому, собственники. Но это не нарушение какое-то. Все. Ну и что? А как сюда доступ-то осуществляется? А кто сюда? Только жильцы ходят и все? Жильцы не ходят, это дешман вообще. Не, я имею в виду, кто сюда ходит? Магазин обычно. А где они спускаются-то сюда? А, вот здесь, да, есть вход. На первый. А, вот так. На улицу, да.
И выходит прямо на тот тротуар, по которому машина едет. А, понял. То есть пешеходный переход. Это в магазине только для жильцов дома? Какой? Не, не, вот, вот, вот вход. А как они сюда попадают? Вот вход, так, открывается в определенные часы. Октябрьский открывается. Ну что, нормально-то все. В чем проблема-то здесь? Я не понял. Зачем мы сюда пришли? В чем? Что здесь незаконного? Здесь все прекрасно. Здесь все нормально. То, что мы свободно здесь ходим. Ну, а не на доступ чем-то запрещен тут? Да, вон коммуникация, пожалуйста. Нет, дверь закрыта? Да. Где? Там открыта дверь. Какая? Дверь. Какая? Со двора. Со двора, и что дальше? А двор не должен быть открыт. Так нас пропустили, сказали, проходите, пожалуйста. Я еще спросил, можно проходить? Говорит, проходите, пожалуйста. Охрана должна осуществлять не пропуск посторонних лиц и транспорта. А мы с ними же, они же поняли. А вот сейчас мы пройдем с улицы через эту коммерческую парковку, пройдем во двор. Так, и что? Или через коммерческие помещения, магазин. Ни одной камеры, ни одного охранника. Посторонние лица проникли на территорию ЖК Центрального, делают, что хотят. Да мы ничего не хотим, мы просто ходим. Откуда ты знаешь? Угу. А вдруг я сейчас что-нибудь захочу? Например, насилие над охранником совершить в возвращенной форме. Тогда должна быть закрыта эта дверь. Вот. Сюда. По телефону что-то есть. Спит. О, спит охрана, смотри. Спит? Да. Проснулся. А что там? Что там показывает пальцем? Здрасте, мы вас не слышим. Чего вы показываете-то? Сейчас звонить кому-то, скорее всего. А он спал, да? Да, он спал, он там. Это мы, друзья, нам на головную парковку спустили совершенно беспрепятственно, без паспортов. Здесь можно с этой парковки пройти в ЖК Центральный. А там паспорта требуют. Но вот с нас почему-то... А, вот охранник. Проснулся. Это. Номер автомобиля зачем-то мне подсовывает. Какой номер автомобиля? Я не знаю, вот показывает мне номер 455. Распространяет данные, что ли? Да, распространяет данные зачем-то персонально. Ничего себе. Думает, его не видно. Смешно. Прячется. Опа, выше. Давай еще выше, он подымет, а я его на эту камеру. О, блядь, на экшен хорошо, прям между бумажками. О. О, мужик, свитеры. Видишь, как они в свитере работают. Без бэтика вообще без ничего. О, да уж сняли вас, чего отворачиваетесь? Что вы боитесь? А можете ответить нам на вопросик на один? Какого хрена вы здесь делаете? Какого хрена вы спали? Служба идет, солдат спит, да, мужик? Че ты чуешь? Охраняет парковку, спит. Что ж вы спите-то на работе-то? Грешно спать. А вдруг тут машины все уже похитили у вас, а вы спите? А вы тут? Разве можно спать? Юра, что ты ко мне ждал? А что ругаетесь-то? Ну-ка, не, я с вами хожу тут, не ругаться. А я не знаю, первый раз вижу, кто это. Я один, сам по себе. Я не знаю, вы кто, мужик? Мужик, ты кто? Ты кто, мужик? Я сосуд. А, с собакой, да? Ходишь? Ты что, вы... Я его не знаю. А вы кто? Материться. Сейчас еще матом что-нибудь скажешь, чего? Полицию вызовем. А он так что-то не очень. Не очень матерится. Матерился, да? Да нет, так. А, ругал. Да, про себя там что-то. Пошлите наверх. Он что-то говорит там. Не, что вы говорите, я не слышу. А я не слышу. Стекло, просто стеклопакет. Нормально объясню. Что нормально? Что объяснить? Что объяснить? Не, вы мне ж ничего не объясняли. А, ну хорошо, давайте. А, во. Это лучше будет, когда вы увидите. Да, это намного лучше. Что хотите? Объясните. Ну, мы просто... Ну, гуляли. Здесь не... А здесь просто нет. Спали там. Дрочил. А. Да? Не, вы спали. А вы подождите. Слушай, расслабься. Все, расслабься. Вы расслабьтесь. Расслабься. И все мы уже расслаблены. Все, объяснил. Ого. Мужик. Так, теперь мы знаем, чем он там занимается. Ладно. Пусть занимается своими делами.
Сегодня... Что, показать хотите? Нет, демонстрация не нужна. Вообще класс. Не знаю. Все, пропал. Туда-сюда ходит. А, во, во. Я тебе объяснил, что ты хочешь? По-людски, что у меня скажи? Ну, по-людски пропустим. А мы туда хотели зайти. Ну, ходи, побьешь. Можно? Завтра зайдешь. А что завтра? А нехуй где делать. Что ты хочешь вообще? Ну, что ты базаришь? А что ты хочешь? А вы кто, можете представить? Ну, наша общая. Ну, какая общая? А захватим, купим здесь место. Ну, покупаем. А вы кто? Вы кто вообще? А я здесь хочу. Мужчина, вы кто? Кто вы? Можете представить? Ну просто кто-то пришел и начинает. А кто ты такой, чтобы я тебе объяснил? А ты кто? А, объясни. Отходите чуть-чуть, не подходите ко мне. Вот так, стойте и все. Да, дистанция, держи. Вы кто просто? Чего вы подходите и что-то нам какие-то требования предъявляете? Кем надо быть? Такой свитер надо иметь, что ли, чтобы и шапку такую, что ли, или что? Ого, Маргарита, слушай. Мы ему этим заниматься помешали, что ли? И чего это, мужик? Хороший, давай еще светить. Да вас видно все равно. Он шел, глянь, чтобы не видно было. Вот отсюда видно все равно. Вот не спрячься от нас. Во, сейчас опять. Чего? Пропускаем. Да непонятно. Или ограничим передвижение. А сейчас что он будет делать? Охранник в этом случае что делать? Нет, он просто отбавлен все. Ключевое слово охранник, а это непонятно что. Охранник. Без бейджик. Что, говори? Ну, говори, что ты хочешь? Да чего близко так подходите, мы нормально цивилизованные люди. Ну, а что ты, блядь? Сразу прям, что хочешь, что хочешь. Ну, ты понимаешь, здесь вообще... Материтесь, мы же ничего не говорим, вам зла не хотим. Ну, а что ты? Просто журналисты фиксируем. Ну, пожалуйста, кого? От меня ты фотографируешь? Вообще, в целом, журналист, я же говорю. Журналист вам сказал. А вы кто? Кожаном пальто. Кончи. Что ты хочешь? Ты кончишь-то? А? Кожаном пальто. Я же говорю, ты, блядь, за свой как вас зовут? Как вас зовут? Да какая разница? Ты там занимался чем-то. Иди дальше и прячься там. Мощники кончены. Да мы журналисты. Ну а кто? Это оскорбление. Оскорбление. Давай вызовем полицию. Да вызывай. Я журналист. Какой ты журналист? У меня есть редакционное задание. Удостоверение и пресс-карта. А вы сейчас только что... Только что оскорбили журналиста. Ты вообще уже мужик в шапке какой-то. О, вот это он агрессивный. Агрессивный, мы его зла не хотим, просто фиксируем, ходим. Подошли почитать документы, он там спал, ну и спал. Сейчас опять, что ты хочешь, сейчас опять, иди сюда. Где он есть-то, вон. Куда спрятался? 50 рублей здесь час стоит. Ну да. Я уж выпил, пропал, гля. Вот сюда вот заплатить. Слушай, глянь, нету его, куда делся? Под стол что взяли? Шел на минус первый этаж. Нету, глянь, он туда в будку, наверное, пошел. Все, что делать? Туалет, как колмы. Все, без охраны остался объект. Ужас просто, да. А можете сказать, полиция приедет? Нет, а вы вызывали или нет на нас? Нет, вы сказали, что вызвали. Вы... А, мы еще не нарушали, правильно? Вы хотите нарушить? Нет. Мы спрашиваем у вас. Вы же эксперт. Понятно. Короче, полицию он, я так понял, не вызывал. Он говорит, когда нарушите. Да, когда нарушите, говорит, общественный порядок. О, кстати, ловила. Посмотри, какая красота. Насчет полиции, кстати, слово сказать.